Только самые быстрые ребята в мире успеют поставить лайк и написать комментарий за 3 секунды. Ребят, всем здорово, с вами по-прежнему Овер, мы продолжаем угорать в игрушке под названием Fun with Ragdolls. Итак, ребят, первая карта на сегодня у нас называется «Побег из замка». Посмотрите, вот эта постройка чем-то напоминает старинные руины, такие разрушенные, небольшой такой, ну как небольшой, большой, друзья, замок. У нас была похожая уже как бы карта, где мы выбегали из каких-то тоже руин, убегали от зомби, от красных рэгдоллов-атакеров. Здесь у нас примерно такая же система, только карта другая, друзья, надеюсь, вам это понравится. Это первая карта, как я уже сказал, дальше у нас, ребят, еще будут карты. Заранее вам спасибо за поставленный лайкусик. Надеюсь, вы все успели его поставить, друзья. Ну что ж, в принципе, мы можем уже начинать. Для этого давайте сделаем рестарт. И все, можем бежать, друзья. Я не проходил эту карту. Я не знаю, куда бежать и как что делать. Единственное, я вот только слышал рэгдоллов, слышал, что они бегут. И, в принципе, друзья, начинается у нас уже приключение. Мы уже бежим. Ну-ка, они... Да, слышно, ребят, что они бегут. Все, я послушал, я слышу, что они приближаются уже к нам. Не знаю, когда мы их встретим. В общем, будем пробовать, друзья, проходить. Аккуратненько, надеюсь, правильно бегу, ребят. Просто много тут вообще мест, куда можно бежать. Но, по идее, я бегу правильно. Вау, у нас тут вот такие уже молоты. Аккуратно, пробегаем. Ай, хорошо, получилось, друзья. Так, только красных рэгдоллов что-то я не вижу, ребят. А, вон они! Лол, только я сказал, они сразу появились. Погодите, ребята, чё они так близко? Куда нам, вниз? А, нет, походу сюда. Воу, бегут за нами, ребята, эти зомбаки, бегут эти рэгдоллы. Господи. Бегут? Да, бегут, зачем я их проверил? Ё-моё. Воу, аккуратно, ребят. Боже мой, пробегаем дальше. Куда, вниз? Хорошо, прямо. Ой-ой-ой-ой, тихо. Ё-моё, ребят. Блин, боже мой, как обидно, друзья, было, просто капец. Ладно, давайте попробуем со второй попытки пройти. И если что, в этот раз будем ставить чекпоинты, будем, если что, сохраняться. Ну, я не знаю, иначе по-другому никак не пройти. Хотя, давайте попробуем без чекпоинтов, друзья. Чисто так вот, просто, на уверенности попробуем пройти. Тем более, блин, я еще останавливался, ребят, слушал этих рэгдоллов. Теперь не буду останавливаться, не буду слушать. Просто бежим как можно быстрее к финишу. Я, блин, не знаю еще, сколько там препятствий испытаний надо, ребят, будет проходить. Так, аккуратно. Погнали. Погнали сразу. Хорошо, прошел. Так, вот здесь вот просто газ в пол, ребят. Бежим максимально быстро, хотя они вон уже сзади. По-моему, да, они уже сзади. Им вообще все равно, ребят. Быстрее. Офигеть. Слышите, вот это интересная, ребят, карта. Так, погнали. Хорошо. Блин, самое главное пройти вот этот вот молот. Самое главное на нем, ребят, выжить. Где-то он здесь уже будет, да? Да, вот он. Раз, два. Хорошо, здесь такой же. Раз, два. Успел, еле-еле, просто чудом. Погнали дальше, бежим. Господи, какой гигантский замок. Хоть бы у нас получилось, ребят, пробежать. Хоть бы мы с вами выжили. Бежим дальше, куда это? А, это скилл-тест наверх, серьезно. Боже мой, но здесь хотя бы я чувствую себя уже в безопасности. Вроде как рэгдоллы не могут, ребят, наверх вот так запрыгивать. Хотя, может, у них тут какие-нибудь разные пути, и они уже сверху сразу окажутся, пока мы прыгаем, а они уже как-то обходной путь, ребят, нашли. Ладно, пока что прыгаем. Я еще не сохранялся, друзья. Самое главное не зафейлить здесь нигде. О! Фух, если мы упадем, будет просто хана. Так, я забрался. Вон, вижу выход. Рэгдоллы вроде бегут, слышу, ребят, как они бегут, я вроде их слышу. Падаем. А куда? А-а-а! Нифига себе, какая система, друзья! Нифига себе! А, все! Вон, видно, the end! Да, мы прошли, ребят, боже мой! Я справился. Со второй попытки, кстати, получилось, ребят, у нас пройти. Это здорово, в принципе, все. У нас там the end, не смогли съесть нас зомбаки, не смогли съесть нас эти рэгдоллы, красные атакеры, вот так вот, друзья. Офигеть, гигантская карта, не знаю, сколько потребовалось времени на ее создание, мне кажется, очень много. Но это, как я вам обещал, еще не все, погнали дальше. А вот такая вторая карта на сегодня у нас, ребят, тут у нас, погодите-ка, лавина что ли из рэгдоллов будет? У нас вот я вижу пушки. Смотрите, сколько пушек, флажочек, ребят, нам, походу, нужно добежать до сюда. Это такой челлендж, ребят, чистая лавина, нам нужно будет бежать в горочку,
Да-да-да-да-да, и сопротивляться этим рэгдоллам, которые будут падать и сбивать нас. Ну-ка, давайте попробуем забежать наверх. Аккуратно. Нельзя вообще задевать, ребят, рэгдоллов, насколько я помню. Нифига себе, это сложно, ребят. Стоп, пробуем еще раз. Погнали. Аккуратно. Аккуратно. Пробегаем сквозь рэгдоллов. Блин, капец, это хардкор. Сколько их вообще, этих рэгдоллов, будет спавниться? Мне кажется, очень много. Пушки эти стреляют, ребят. Так, ладно, давайте попробуем выбрать траекторию. Погнали. Аккуратненько перепрыгиваем. Хорошо. Так, почти забрался. Почти забрался, блин. Как можно было так зафейлить, ребят? Боже, может как-нибудь попробовать обойти, знаете, сбоку их? Ну-ка. Да что ж ты будешь делать? Офигеть, вот это челлендж, ребят. Вот это супер сложно. Ё-моё. Ой-ой-ой, тут же они еще стреляют новые, получается, пушки, да, рэгдоллы появляются. И вроде я вот пока перепрыгиваю, сверху еще может упасть на меня какой-нибудь рэгдолл. Блин, ё-моё, по-моему, вот этот побег из замка был гораздо легче, ребят, чем вот эта лавина просто из манекенов. Эть, оп, оп. Вы видели, как долго я боролся, ребят, за выживание, как долго я пытался это пройти, и как у меня это не получилось сделать. Стоп, а вот тут, по-моему, поменьше сбоку. Да? Да, по-моему, да, но все равно сложно. Господи, ладно, погнали, ребят. Пробуем. Полетели, полетели. Хорошо. А, нормально, нормально. А, вау, есть, я прошел. Фух. Офигеть, капец, это сложно. Смотрите, как их много. Посмотрите, как много этих рэгдоллов летит вниз. Просто капец, они, кстати, исчезают. Да, они, кстати, исчезают, когда доходят до земли, ребят. Они все-таки исчезают. Ну, конечно, если бы они не исчезали, блин, мне кажется, вообще бы жестко было. Очень-очень много их. Просто жесть, ребят. Смотрите, какая система просто, да? Пушки стреляют, а как там? Вот сюда выстрел идет. А еще выше, что ли, пушки? Погодите, еще здесь? В два этажа пушки просто стреляют. Ё-моё! Вот это жесткач, друзья. Ладно, вот такая забавная у нас карта, ребят, была вторая на сегодня. Но это еще не все. Погнали посмотрим на следующую. Итак, смотрите, друзья, что у нас здесь такое интересненькое. У нас тут такая арена, типа, да, ограждена, ребята, вот такими столбами. Вокруг столбов огромное количество мин, но еще больше мин, еще больше бомб находится внутри этой арены. Здесь у нас стоят рэгдоллы с разных сторон, и я думаю, ребят, что это типа XP-фармера, возможно, что-то такая вот карта, потому что, скорее всего, тут будет очень много опыта, потому что взрыв сейчас здесь будет очень-очень жесткий. Я надеюсь, вы готовы, ребят, смотреть на этот эпик. Ну что ж, давайте в самый центр, друзья, вот так вот залетим. И 3, 2, 1, смотрим! Воу, опыта я не заработал вообще. Друзья, я был неправ. Но посмотрите, как сильно разлетелись у нас осколки вот этих столбов. Насколько далеко у нас разлетаются, ребят, сами рэгдоллы. Просто капец. Так, давайте опять подлетим поближе. Я хочу еще раз на это посмотреть. Только уже в замедленном действии. Испытывать будем слоумо. Так, подлетаем. В принципе, вот тут вот где-нибудь можем сохраниться. Ставим себе чекпоинт. Полетели. Раз, два, три... А, ребят, я даже не успел. Ну-ка, еще разочек. Так, смотрим. Воу, просто за секунду даже в слоумо, ребят, это взрыв происходит. Господи, я ничего опять, ребят, не понял. Жесткач, вот это слишком жесткий взрыв. Посмотрите, на какое расстояние у нас разлетаются и рэгдоллы, и вот эти осколки. Ну-ка, а мы сможем как-нибудь забежать внутрь, чтобы аккуратненько вот тут вот встать? Так... Вот сюда куда-нибудь, ребят. Ну-ка, смотрим. Воу! Прям в гуще событий, ребят, мы с вами были. Вот это, кстати, очень жесткий взрыв. Просто капец. Офигеть, ребят. Ну-ка, давайте так же попробуем, только уже без слоумо. Как это быстро вообще будет происходить. И предлагаю куда-нибудь вот сюда, ребят, вообще в центр. Давайте, 3, 2, 1. Бомс! Нифига, как далеко я улетел. Просто посмотрите. Вот это да, друзья. Вот это я полетел, конечно. Ё-моё, жесткач. Ну-ка, еще раз запрыгиваем. И слоумо. Погнали.
Пинкс! Пинкс! Офигеть! Мы как, кстати, по-моему, одна мина подлетела в воздух, и из-за этого мы как-то дальше еще, ребят, начали лететь. В общем, вот такой вот угарчик, друзья. Ну что ж, на этом мой ролик заканчивается. Я надеюсь, что вам видосик такой понравился. Пишите челленджи, что мне еще такого позаписывать. Пишите в комментариях, может, какие-нибудь еще идеи. Также, ребят, не забывайте оставлять просто положительный комментарий, подписывайтесь обязательно на канал, нажимайте на колокольчик и ставьте большой палец вверх. В описании ищите ссылочки на мои социальные сети, ВК, Инстаграм, все дела. Будет безумно приятно, если туда подпишетесь. Ну а на этом у меня все. С вами по-прежнему был Овер. На этой взрывной ноте мы заканчиваем. Всем удачи, ребят, хорошего настроения. Не болейте, успехов, спасибо за просмотр. И пока-пока!